Оперативники наркоконтроля вышли на след Левощука в процессе разработки группы сбытчиков амфетамина и гашиша в Рязани. Как впоследствии выяснилось, эти незаконные вещества завозились в областной центр из северной столицы. В июне прошлого года Евгений Левощук вместе со своими друзьями приехал из Санкт-Петербурга в Рязань. Внешняя компания напоминала туристов, ничем они особенным не выделялись, в общем-то, из числа обычных граждан. Вот. В планы поставщика, кроме передачи и обмена на деньги партии наркотиков, было приобретение дорогостоящей мототехники. И после того, как в одном из магазинов Рязани вся компания купила два мотоцикла, их задержали сотрудники наркополиции. Наркополицейские тогда изъяли более килограмма гашиша и полкило амфетамина. В итоге Советский районный суд признал Евгения Левощука виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы строгого режима.